Работа шахтера трудна и опасна. Горняки трудятся на благо нашего города. Их профессиональный праздник – главное событие для всех. По традиции он отмечается каждый год в последнее воскресенье августа вместе с Днем города. При содействии общественного движения «Мир Луганщине» и главы администрации на стадионе «Шахтер» прошел праздничный концерт, посвященный этому дню. Юные краснолучане открыли мероприятие. Они внесли флаг города и водрузили над стадионом. Из рук мальчиков и девочек полетели в небо белые голуби с надеждой на мир. Всех горняков, жителей и гостей города поздравил глава администрации Юрий Анатольевич Кондратенко. У нас сегодня двойной праздник. Мы сегодня празднуем 120-ю годовщину нашего города, любимого города. И чествуем горняков. Бомбили. Нам отключали воду и свет. Отключали связь. Мы пережили. Шахтеры без зарплат ходили на работу. Сохранили шахты и предприятия. Они давали нам тепло и уют. В больнице, детские сады, школы. Поэтому сегодня я хотел бы поздравить всех горняков с этим праздником. И хотелось бы, чтобы они и дальше несли почетное звание шахтера. А мы будем все делать для того, чтобы наши шахты работали. Город жил, город будет жить. С теми событиями, что произошли недавно, вы все знаете, говорит о том, что мы идем правильным путем, и мы поднимем экономику города, и будет у нас все хорошо. Спасибо большое, с праздником всех! Грамотами и цветами отметили всех почетных шахтеров города. Также награды получили люди, которые трудятся на благо краснолучан. Николай Васильевич Дурбо, механик подземный филиала шахта Краснолучская. Валентина Георгиевна Дятленко, врач-рентгенолог. Государственного управления Краснолучская городская многопрофильная больница «Известий» Луганской Народной Республики. Нина Станиславовна Киценко, диспетчер предприятия оперативно-диспетчерской службы Краснолучского региона, Краснолучская РЭС, Луганское энергетическое объединение. Александр Алексеевич Воробьев, начальник горно-восстановительного участка филиала шахта Княгининская государственного унитарного предприятия Луганской Народной Республики «Донбасс». В концертной программе вниманию присутствующих были представлены номера хореографических коллективов города «Элит», «Радость», «Аленушка», «Радуга» и многих других. Своим вокалом поразили краснолужские звезды и хоровые ансамбли. Теплая и праздничная атмосфера царила вокруг. You've been talking in your sleep.
Также с Днем Шахтера и Днем Города присутствующих поздравили гости из России и Луганска. В качестве подарка они презентовали песни и танцевальные номера в своем исполнении. Праздничный вечер закончился в 9 часов. С морем позитива и бурных эмоций разошлись по домам краснолучане.